Чтобы занять поселковую молодежь полезным досугом, Федерация бокса Севастополя договорилась с дирекцией базы отдыха «Романтик» об аренде одного из помещений. С выделением тренерской ставки помогло управление по делам молодежи и спорта. В течение 9 месяцев мы отстроили все это помещение. Федерация бокса и спортивная школа номер 4 дали нам оборудование, ринг, мешки. Поселок Орловка и Накачи, очень много желающих детей. Все они физически очень сильные, потому что живут в поселке, то есть у них здоровая пища. Все горят, все хотят боксировать. Ремонт помещения, установка ринга, закупка новых груш и боксерского инвентаря – пока все, что успели сделать к открытию зала. В планах у федерации собственный тренажерный зал и подсобные помещения. Кроме того, спортивный объект предложат юношеским сборным России для проведения учебно-тренировочных сборов. Модернизировать мы его будем постоянно, но пока мы его привели в рабочее состояние. Опробовать новый ринг на прочность решили с помощью матчевой встречи. Юношеская сборная Севастополя противостояла спортсменам из Бахчисарая и Симферополя. В составе севастопольской команды победитель и призеры первенства России 2015 года среди юношей 13-14 лет. Руслан Неминущий, Максим Демиденко, Давид Агабекян и Владимир Смуров. Как и полагается, победителям и призерам в этот день вручали медали и грамоты. Иван Клепачев, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.